знаете, что звало нас? Чтобы страшно было, да? Пошли! Желание прославить страну и себя, я считаю, это хорошее желание. Сборная Советского Союза по хоккею с шайбой одержала убедительную победу над сборной Канады. В 54-м первенство мира выехали, первый раз поехали. В 56-м выиграли. Еще одна атака, салют, Брандл, готов, гол! Даже и держали бы марку российского хоккея. Шайбу Майорову, бросок, шайба в ворота. Борис Майоров открывает счет. У меня иногда такое ощущение, что я вообще вместе с этим хоккеем живу и родился вместе. Великие были у нас тренеры. Когда вот собирались в сборную игроки, они неоднократно всегда повторяли: здесь нет ни армейцев, ни спартаковцев, здесь игроки сборной СССР. Сила советского хоккея, я считаю, в коллективизме, в коллективной игре. Я не представляю свою игру без моих партнеров Володи Петрова и Бориса Михайлова. Советский хоккей чем отличался раньше и будет отличаться всегда. Это, в первую очередь, той изюминкой, той искрометной игрой коммуникационной, которая была характерна для советских хоккеистов. Патриот не тот, кто говорит о патриотизме, а кто делает просто свое дело добротно, с полной отдачей, с полной ответственностью. Хоккей в нашей стране – это было ведущее, наверное, направление. Большой театр, космос и хоккей. Как бы ни было трудно, сложно, тем не менее, это любимый мой вид спорта. Когда хоккеисты были героями нашего времени, с теми людьми, которые создавали наш хоккей, с теми тренерами, с теми игроками, которых знала вся страна. Для нас было важно, что у нас на груди. Философия и традиция нашего хоккея, коллективный вид спорта. И вот если помните, пятерка Ларионова, все играли друг на друга. Никто там не огорчался, наоборот, радовался каким-то успехом внутри пятерки, внутри команды. Когда ты выходишь на лед, остаются только люди, шайба и зрители, которые смотрят игру. Каждый демонстрировал свое искусство мастерства, которое потом выливалось в красивый гол. В спорте можно показать, насколько ты честен, насколько ты волевой, насколько ты сильный. Вот это главное. Понимали, что друг без друга нам сложно. Лед как раз объединял, доставлял удовольствие. Всегда говорю, вы имеете одну из величайших профессий в жизни, которая дает вам возможность осчастливить в один миг миллионы людей. Это не каждому дано. Если ты талантливый человек, если ты посвящаешь себя чему-то, проходишь через какие-то отказы, через какие-то лишения, у тебя есть цель, то ты добьешься своей цели. Вау! Вот это здорово! Вот это русская ракета! Никогда нет предела совершенства, и нужно совершенствовать своих сил и возможностей. Только дал слабинку, ты понимаешь, что слабинка – это тебя чуть назад толкает. Энергетика – это стадион, там, когда вот ты чувствуешь, что вот этот гол ждут. И ты видишь лица болельщиков, ты видишь, там, на стадионе волна идет. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Сборная России никому не дала шанса остановить ее поход за золото. Это была моя мечта – тренировать сборную России. Бойцы такие, один за всех, все за одного. Хоккей – это одна из вершин айсберга, потому что все мечтают попасть и быть там. Это игра, которую я люблю. Мне никогда, наверное, не надоест в нее играть. Преодолевать себя каждый день, каждую минуту работать над собой. Здесь
Не нужно показывать свое «я» здесь. Нужно играть на команду, и только команда может выиграть. Сборная СССР – такая красная машина, которую все боялись. Все-таки мы росли, когда в нашей стране была лучшая команда. Наверное, все-таки это давало нам такой большой стимул. Теперь у нас есть цели доказать и вернуть обратно это имя, чтобы опять нас боялись.